Ребята, а у нас землетрясение. Прямо сейчас один такой был чувствительный толчок, а второй поменьше. Друзья мои, я вышла из дома, и там соседи у нас тоже повыходили с детьми и так далее. Все, так сказать, ждут, что будет дальше, будут ли дальнейшие толчки. Ну и тут у соседей есть приложение по землетрясениям. Значит, они сообщили, что землетрясение произошло в 57 километрах от Алании в море на глубине 106 километров. И сила землетрясения была 5,2 балла по одному приложению и 6 с чем-то по другому. Ну вот после вот этих нескольких толчков пока все у нас тихо, но народ еще пока на улице находится. Я просто вышла сейчас со двора и хочу до магазина дойти. И интересно также посмотреть, будет ли у нас цунами по этому поводу. Все-таки землетрясение случилось достаточно сильное в море, так что все может быть. Все у нас в порядке, все хорошо, дальнейших толчков не было. Народ разошелся обратно по домам. Погода у нас стоит замечательная. Тепло, солнышко. Так хорошо. Так что не переживайте за меня. Все отлично.